Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Fit Shuttle гибрид без пробега ПРФ в сером цвете 2012 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,3 литра, мощностью 88 лошадиных сил и гибридной установкой на 10 кВт. АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеется камера заднего вида, хорошая резина, литые диски. Повторители в зеркалах, пробег автомобиля 77 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон, чистый, ухоженный, комбинированный ткань кожи. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, мультируль, круиз-контроль, электрегулировка зеркал, режим экон, система курсовой устойчивости, подогрев зоны дворников, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 80, 85, 81, 88, 88, 84, 84, 88, 93. 88. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.